Сегодня у нас практическое занятие, и сегодня мы с вами поговорим о будущем простом времени, Future Simple Tense. На этом занятии мы с вами отработаем применение форм простого будущего времени, Future Simple, в различных упражнениях. Но перед этим я бы хотела, чтобы мы с вами, как все носители английского языка, вначале немного поговорили про погоду. Как спрашивают, какая сегодня погода, используют вопрос «What is the weather like?» Какая сейчас погода? Like в данном случае – это не глагол like – любить или нравится, как вы привыкли говорить, например, «I like ice cream» – я люблю мороженое, или «I like oranges» – мне нравятся апельсины. Like в данном случае часто используется для характеристики. Например, какой-то человек, какой у тебя характер, мы спросим «What are you like?» Точно так же про погоду. What is the weather like? Какая сегодня погода? Очень часто можно встретить и такой вопрос, как What is the weather? Это вы тоже можете встретить в литературе. What is the weather? Итак, для описания погоды используются следующие выражения. Возможно, некоторые вы знаете, некоторые для вас будут новыми. Let's see, давайте с вами посмотрим. It's cold. Означает сейчас холодно. It's freezing cold. Слово freezing cold означает очень холодно. Очень. Freeze – это английский глагол замораживать. It's freezing cold. Далее, прохладно, мы скажем it's cool or chilly. Chilly – тоже прохладно. It's warm – означает тепло. It's hot – жарко. It's boiling hot – очень жарко. Boil по-английски – это варить, то есть так, что даже на такой жаре можно свариться. It's boiling hot, говорят. Say after me, please. Повторите, пожалуйста, за мной. It's cold. It's freezing cold. It's cool. It's chilly. It's warm. It's hot. It's boiling hot. Окей. Давайте посмотрим, как еще мы можем описать погоду. Мы используем такие выражения, как it's sunny. Translate this sentence, please. Как вы переведете это выражение? Look at the picture. Посмотрите на картинку. Что означает it's sunny? Солнечно, солнечно, yes. Окей, солнечно. Окей, let's go on, мы продолжаем. It's cloudy. It's cloudy. Облачно, Светлана пишет. Облачно, облачно. Иногда переводится как пасмурно, также. Облачно, но чаще всего облачно. Cloud – это облако по-английски. Окей. Okay. It's foggy. Fog – это что? Это туман над городом из-за выбросов различных, часто говорят. Туман, туманно, туман. Обратите внимание, что все описания погоды мы начинаем со слов it's. It's. Let's continue. Продолжаем. It's windy. It's windy. Ветренно. Ветренно. Окей. It's raining. It's raining. Дождливо. Дождливо. Все написали «идет дождь», написала Ирина. Тоже абсолютно верно. Дождливо или идет дождь. Окей. Very good. Молодцы. Well done. It's raining like cats and dogs. Who knows that, this expression? Кто знает это выражение? It's raining like cats and dogs. It's a very interesting expression. Очень интересное это выражение. Льет как из ведра. Собачья погода. Льет как из ведра, написала Елена. Глеб, Лена. Елена Измайлова. Льет как из ведра. Yes, you are right. Вы правы.
льет как из ведра. Наверное, потому что это, нет, собачья погода, продрог как собака. Нет, Михаил, но интересное тоже выражение, ваш перевод. Льет как из ведра, Данил пишет. Да, на самом деле идет сильный дождь, или мы по-русски можем найти эквивалент льет как из ведра. Наверное, потому что на улице много бездомных кошек и собак. Говорят, что идет дождь с собаками и кошками, как собаки и кошки. То есть очень сильный дождь. Так много кошек и собак, и дождя много. It's raining like cats and dogs. Okay, let's continue. It's snowing. Translate this sentence, please. It's snowing. Снежно. Идет снег. Ну да, идет снег. Снежит, Мария пишет. Да, Мария. Наталья, идет снег. Ирина, идет снег. Окей, идет снег. Yes, идет снег. Верно, действие происходит сейчас. Идет снег. Окей. And the last one, последнее. It's slippery. Скользко. Да, скользко. It's slippery. Slippery. Yes, very good. Okay, what is the weather like? Look at the picture and describe the weather, please. Посмотрите на картинку и опишите погоду. What is the weather like? Hot. Yes, it's hot. Okay, what else? Еще. It's sunny. Yes, it's sunny. Okay. It's sunny. Mm-hmm. It's sunny. What else? Еще. It's sunny. Ольга пишет. Mm-hmm. Елена, sunny. Ирина, it's warm. Okay, perhaps. Да. It's sunny. It's sunny. It's very hot. Yes, it's very hot. А еще какое было выражение? Посмотрите на градусник. Здесь очень жарко. Видите, он весь красный. It's boiling hot, пишет Ирина Фирсанова. Yes, it's boiling hot. Часто-часто используется это выражение. It's boiling hot. И даже говорят просто it's boiling. It's boiling. Okay, let's continue. What is the weather like in Tomsk? А какая погода в Томске? What is the weather like in Tomsk? Елена Петрова написала it's boiling hot. Yes, Елена. It's ray. Ни. Галина, рей-ни. Пишется одна N, но после эй, ай, палочка с точкой. Rainy. Yes, rainy. It's rainy. It's rainy, как вы пишете. Это дождливо. А как сказать, идет дождь в данный момент? It's windy and rain. It's raining, пишет Александра. Да, Александра. Елена тоже пишет. It's raining. Наталья, it's raining. Татьяна Тихонова, посмотрите. После R. У вас должна быть первая буква алфавита A. Елена, it's rain. Нет, не говорят it's rain. Можно сказать there's rain. Мы говорим именно it's rainy или it's raining. Татьяна пишет it's a rain. Нет, все равно так нельзя сказать. Можно сказать there is a rain. It's raining. Обязательно мы описание погоды даем с помощью it is. Или можно использовать there is. Но тогда у нас there is. Я могу вам написать в чате. Это выражение. Look at the chat, please. Посмотрите на чат. There is. There is. There is a rain, мы скажем. It's raining. Okay, let's continue. It's freezing cold, написал Михаил Сушко. Perhaps, Михаил. In Tomsk, it's raining. Вера пропустили. It's. S пропустили. Okay.